Добро пожаловать в игру под названием Bigfoot. С вами канал The Alex Play, Paper Play, Paradox Play. И мы на новой карте Winter Park. Здравствуйте. Здравствуйте. Короче, пропали какие-то чуваки в этом парке. Да. И надо нам что-то, короче, выяснить, что произошло, как бы, и все. И мы приехали. Содержание. Ух ты, какие елочки. Говорят, тут медведь водится какой-то. Медведь? Да, медведь. В ушанке? С балалайкой? Да, да. Управление. Так, пока все грузятся, я пойду быстренько залутаюсь все-таки. Слышь ты! Я знаю, чем это обычно заканчивается, поэтому... Я что, в костер наступил? Иди ты в жопу! Вы издеваетесь? Лутаемся. Там же было написано распределять ресурсы между командой. Да, все верно. Кто ж спорит-то? Так, кто что берет, скажите, пожалуйста. Капкан, камеры, вот оружие не досталось, блин, все Ксюша забрала. Какая, в смысле Ксюша забрала, что ты врешь-то? Так, я взял патроны для дробовика. У меня нет оружия вообще. А дробовик-то у тебя есть? А у тебя есть дробовик? Я патроны забрал. У меня винтовка и пистолет. С кем поделиться? Гоу на ножах, короче. А почему раньше же было такое, типа, всем давали оружие, чудо фигня? Для сигнального пистолета. Вот. Патроны для винтовки, 4 мяса забрал. Я капканов понабрал тут. Ну просто если еще поделимся, вот аптечка. Скажите, у кого какое оружие есть? Через киоск, что смотрите. Нож у меня. Нож. Винды положь. У меня нож и фаер. Могу, вот давай я с тобой заделюсь. На пистолет тебе один. И на тебе 9-миллиметровые патроны, 30 штук. Все, больше оружия у меня нет. А, ты с Ксюшей поделился? Да, да. Да. Ты же сказал со мной. Чё это Ксюш сказал? А, ну ладно. Слушай, а как это? Спасибо. А как? На Q зажимаешь и выбираешь. А, все. Подожди, я предлагаю быстро идти сейчас в следующий лагеря лутать быстро, чтобы только найти что, оружие. Только что день был, чё так быстро ночь началась? А уже темно, что ли? Да. А, так он нападет скоро, давайте тут отбиваться тогда. Подождите, Кирюха, у меня, конечно, его вижу. А, это патроны. Кьюзер, это ракетница. Так я понимаю, но у меня нет пистолета. А у тебя на ракетнице сколько квадратиков? Надо ракетницы. А, тут же переключать. Фу ты, блин. Ага. Так, давайте держаться вместе. Я согласен, но я предлагаю быстренько пойти залутать еще один лагерь. Если он придет, нам жопу порвут. Пойдемте быстрее. Мы тут все, в принципе, а, чё, а почему столько ночи? У тебя винтовка? Сколько у тебя патронов у винтовки? 20. А у тебя есть еще какое оружие? Нет, я же говорю, я бы отдал. Вот был Глок, я Ксюше отдал. И все. Я предлагаю просто сейчас быстро найти лагерь хоть какой-то, там хоть что-то должно быть. Ой, ёб твою мать, это медведь, что ли? Блин, ну атмосферная игра сейчас очень здорово сделана. Пойдемте сюда. Это медведь, а не сова. Офигеть. Сова, говорит. Прикольно, очень атмосферно. Да, зимние такие. Вот если вспомнить, какая игра была раньше и сейчас. Указатели. Это небо и земля. Это очень здорово. Ах, мне нравится, как снег хрустит очень. Слышишь? А это же думал, я только шум. Да. Просто прислушайтесь. Круто, слышишь? Конечно, сейчас будем так шуметь, хрустеть, и придет сейчас за нами. А небо какое звездное, слушай. А камеры надо ставить? Шикарно. Да, надо ставить, но я думаю, пока время терять не будем. Слушай, вот, смотрите, нашел домик. По-любому должен быть лут. А пойдем. Если в дерево ударить, то снег свалится? Не знаю. Не в курсе. Давайте лутаться быстро. Нет, не свалится. О, может залазить сюда, на пробел. Ой, лыжи. А в РДР сваливался, это было прикольно. Не, ну я понимаю, это разные игры. Инди и большая студия. Если найдете какое-нибудь оружие, пожалуйста, оставьте, не трогайте. Да, хорошо. Не, можно потрогать просто хотя бы. Можете потрогать и даже передать мне, я буду не против. Короче, ни хрена нет. А, второй этаж еще есть. О, прикольный такой паркур. А он может интересно залезть на второй этаж? Блин, тут плохо, типа, ты лутаешь, и ящики закрываются, и ты не знаешь, облутаны они, не облутаны. А, так тут сейф есть, вот тут и есть оружие, но кода у нас нету, надо искать. Шкафчики проверил. 62 нашла. Кирюх, у тебя какие патроны? А, сейчас скажу. Там винтовочные. Блин, я не помню, как они называются. 7,62? А, сейчас скажу. 7,62, да. У меня пока что только ножик.
Ну надо дальше идти, мы здесь не найдем. Тут в сейфе оружие, но от сейфа у нас кода нет, поэтому надо дальше идти. А внизу все облутали? Да, да, да. Оружия нет там в сейфе. Ой, карта прикольная. Мне кажется, она другая стала. А, это сфотать можно. Смотрите, это следы Бигфута. Дерево поцарапанное. Ага, фига себе. Камера. Я сфотал. Я только не знаю, зачем это, но было отмечено. Ой, evidence found. Мы что-то нашли, типа, улику. Пойдемте. Ну да, может быть, за это какие-то будут деньги платить. Ну, может быть. Типа сюжет, тут же пропали люди. А, тут же сюжетка. Смотрите внимательно, может, мы что-то найдем еще, потому что это... Нам надо домик еще какой-нибудь. Угу. Давайте тут спустимся. Смотрите, тут провода так идут. Вон что-то есть, вижу. Пойдем сюда. Светится. Кстати, оно что прикольно. То есть ты видишь огоньки, идешь на них. Проще. О, смотрите. Находить какие-то это строения. Это здание фонарь. Или свет? А, это фонарь. А, подожди, ну почему здесь этот шлагбаум? Шлагбаум, да. Значит, ой, что-то есть? Придется ноги намочить. Держи. А это не домик, или... это не домик. Лишь бы штаны не намочили. А, так, Алекс, там что-то есть у тебя? Тут дерево, мне кажется, упадет сейчас. Аккуратно. Тут же деревья падают, да? О, смотри, знак с Бигфутом. Типа тут Бигфут. Смотри. Где? Идите сюда. Смотрите. На знак. Ну да. Бигфут ходит, прикольно. Слушай, а на машины, интересно, тоже нападает? Да, нападает. Серьезно? Чего? А ты проезжал тут? Чего? Ой, ёб твою мать, кабан, бежим отсюда, а то он сожрет сейчас. Где? О, смотри! А, медведь... Кэмп. Медведь на крыше. Чё? Так, здесь это зона кемпа, этого лагеря. Пойдемте. Где-то лагерь. Блин, прикольная где картинка. Подожди, на машины нападают, судя по картинке. Вы дикие звери. Нет. Чё это такое? Что это такое? Ой. Не толкайтесь только. Это, видимо, переправляться через речку. А, да, мы могли оттуда на канатах сюда, видимо, съехать. Нифига себе. Блин, слушай, ну да. Прикольно. Перемещение. Ну, а ой, я бы хотел прокатиться. Мы? Че, может, наверх поднимемся? Да пойдем наружу, я тебя найдем. Сейчас Бигфут придет. Че, ножом будешь отбиваться? Так там вы будете отбиваться. Камни, что это? Вы будете отбиваться? А ты что, будешь убегать? Ну а че, мне с ножом нападать на Бигфута ты предлагаешь? Ну да. А затыкать да, его нужно. Как минимум отбиваться. Ну, отбиваться, да, можно. Тучки. Попробовать. Лед? Ой, а, дерево. Я не умру? Давай проверим. О, нет! А я не умру, давай проверим. Слушай, прикольно. Очень здорово сделали. Жалко, что мы ивент пропустили хэллоуинский. Хэллоуинский, ну. А может треснуть, интересно? Вот, видишь, еще сюда могли, типа, съехать. Фига, прикольно. Блин, мы все пропускаем, капец. А, нет, что случилось? Кого? Чё крякаешь? Не знаю, я 360 сделал по вертикали. Просто кувыркнулся. Так, смотрите, вот тут что-то есть, столики какие-то. Это, конечно, все фигня, это не то, что надо. Волки, ребят. Волки, аккуратней. Слетает. Рыбу ловить тут нельзя. А так хотелось. Слушайте, довольно-таки быстро. Довольно-таки быстро. Тотем, тотем, тотем. Время меняется. Недавно ночь была, сейчас уже день. Я взял его, я подобрал. Его можно поставить, смотри, я могу поставить. Наедь. Видишь? Зеленый. Покажи тотем, где тотем? Смотри. И что вот это? Череп. Ну, тотем теперь череп. А как ты поставил? Подожди, о! Только в капкан не наступи, отойди от капкана. Какой капкан? Я поставил капкан. Только мяса нет. Блин, шикарно. Сейчас зазомбируешься. Надо было ночью. Хоть смотрит на него. Надо было ночью попробовать посмотреть, прикольно посмотрелся. О, олень есть. Он меня заметил. Олень! Зарежу! Ты что делаешь? Да мне мясо надо. Подожди, мне мясо надо на капкан. Одни косточки остались. Где? Дерево свалилось. Где дерево упало? Че, где? Я вижу, я вижу. Сука. Капкан аж захлопнулся. Все, поставил я ловушку. Пойдемте отсюда. А почему она упала? Сука, чуть на голову не упала. Может быть, это Бигфут готовит для нас ловушки такие? Да, да, подрубает деревья. Ну да. Ну а что, у него интеллект по-любому есть. Блин, да нам оружие найти надо, у нас деревья падают. Что это вообще, как это? О, смотрите, ущелье. Ну что такое? Тут какой-то... Лось! Лось! Да ты издеваешься, лось! Он тебя убьет! Ой, он лоси, убьет тебя! Лоси, лоси! Капец! Да не, они боятся, лоси не агрессивны. Фига. Лоси не агрессивные, ты шутишь? Не, он убежал, не агрессивный. Лоси очень агрессивные, если их разозлить. Да-да-да-да. Это если разозлить.
Так-то они убегают. Они на тебя не бегут сразу. Убивать тебя. Так, Shelter 2. Нет, я в принципе говорю, я не знаю, как в этой игре. Куда? Ну, лоси. Лоси очень опасны. Палаточный лагерь Харбор. Блин, я хочу посмотреть на лосяшу. Ну, что, патроны нашел. Фига себе, он быстрый. Он быстрый. Так. Побежал, побежал, побежал. Вот еще один лось. Так, короче, нет стволов. Можем на ту сторону теперь пойти. Барбекю. Идемте дальше. А че вы не подбираете? Тут патроны я нашел, 7.62. Так ты лутай, ищи. Мы же не все замечаем. 5.56 есть на, для автомата. Аккумулятор автомобильный нашел. Смотрите, блин, какая прелесть. Че ты нашла? Снеговик. Ооо, снеговичок. Кирилл, что ты делаешь? Дайте, дайте, дайте я скрим сделаю. Встаньте. А че вы не улыбаетесь? Шикарный так, снеговичок. А морковку можно забрать? Да, по-моему, можно. Ты там что-то можно было взаимодействовать, нет? А, показалось, видимо, не нельзя. Блин, ну как же здорово, шарфик. Мне нравится. Шарфик можно было бы забрать, утеплиться. Да. Прям разработчики молодцы. Хорошо, что не забрасывают, продолжают развивать игру. Ёб твою мать, дура, шо ли? Вспомнить того же третьего Бигфута? Там совсем другая графика, как будто бы другие разработчики, смотрите, как будто бы другая тотем. Игра новая. Еще один тотем. О, тут зеленая да. Травка. То есть можно посудить, что зима не так давно началась. А, не это. Ёб твою мать, что там падает? Ай, камни, 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 камни падают. Камнепад? Я ушел. Камнепад. Пойдемте выше. О, нифига себе, льдина. Не заберешься. Выше, выше, ну, пока выше. Прям как будто просто прогулка по лесу, зимнему лесу. Ну да, гуляем. Гуляем. Он себе наверх что-то такое. Не, просто прикольно зайти и... Ну просто насладиться атмосферой данной игры, побегать. По-моему, шикарно. Обзор. Обзор. Карты. Так, а тут что-нибудь есть? Тут же гора типа была. Большая. Коршуны летают. По-моему, раньше не было птиц. Их очень много. Мне кажется, и животных стало побольше. Да. А, вон что-то лося есть. Не а, было. Ну это канаты. Лосей не слышите? Было, да. Можем съехать на канатах. Попробовать. А я вас потерял. Кстати, если вы далеко, я не вижу ваши ники. Ну на гору поднимайся дальше по дороге, и там а как, гора а будет. А как, подожди? А как это? А, вот, по карте могу, по мини-карте вас посмотреть. Прыгнуть, наверное, мне... просто. Но я не хочу проверять. Руки жжет! А, он на штуки специальные скатывает. Как подожди, ты жди, Алекс. А, вон, я вижу, да, я вижу. Алекс. Да почему? А подожди там, Алекс. Вы как поднялись? Вы просто скажите мне. Да, вот, вот, по... Да, да смысле, ну, там беги, гора, беги там просто дорожка. По левой стороне, ты это там забежишь. Блин, виды я просто встречаю. Роскошные. Вот если я посмотреть могу с высоты. Я тебя выстрелю сейчас. Очень здорово. Вы же съезжаете там или что? Я жду. Алекс, ну, я поехал. Едь, я посмотрю. Ты что делаешь? Ксюша померла. Я не померла. Смотри, она даже встала. Ксюша, послушай меня, пожалуйста. Это просто шоковое состояние. У тебя очень все плохо, у тебя ноги переломаны. Это просто шоковое состояние, поэтому ты думаешь, что у тебя все в порядке. Ты видел, с какой высоты ты просто упала? Знаете, как прыгать? Я подождите, я вам еще раз объясню, как прыгать. И вперед прыжок. А что, надо было держать пробел? Послушайте меня, вы что прыгаете? Стоишь на месте, поднимаешь голову, видишь канаты и жмешь пробел. Вот, видите, я еду. Вверх посмотрите. Ты как в другую сторону? Вертикально даже поднимает. А ты как в другую сторону? Вверх поднял голову. Удерживать надо, а не просто нажать. Нет, нет, нужно поднять голову и нажать пробел на месте. Все. И чё? Нужно удерживать. А почему тогда и упала? Потому что голову наверх не подняла, не смотрела на канаты. А зачем голову наверх поднимать? Сходу прыгнула. Может быть, я вниз хочу посмотреть? Чтобы на канаты сфокусироваться, чтобы взаимодействие было. Так взаимодействие было? Ты нас неправильно понимаешь просто. Сейчас мы и помрем, вот сейчас мы и помрем. Поднимайтесь, я вас жду. Так, ну у нас еще здоровье есть, у меня 36 хп. Да, на один кружочек, конечно. Ты прыгни, Ксюша, скажи, что ты делаешь? Типа, ты же... Все-таки наверх поняла? Смотреть? Еду, да, еду наверх, все, я боюсь вниз смотреть, все. Я боюсь вниз смотреть, боюсь. Не, просто... Нужно наверх смотреть, когда вот прыгаешь. Я сейчас вниз отпущу голову.
Не, можно опускать вниз? Что ты говоришь? Да послушайте вы меня! Не нужно ее постоянно держать наверху! На канаты! О, уже да ночь. Или медведь. Где? Ну, сзади тебя. Слушай, можно так от Бигфута мансить. Это медведь! Ой, медведь! Ай-яй-яй, я пошел, пока! Капец, уже ночь! Только что день был, уже ночь. Очень быстро время. Тепало, блин, капец какой-то. Кто здесь? Алекс, там медведь не едь туда. Где? Да нету медведя. А вон за Ксюшей бежит. Блин, как же здорово сделали. Я подсвечу, Ксюш, тебе. Не-не, нету. А все, нету. Не переживай. Все, пойдемте. Пойдемте. Темно, и здоровья нет, ни хрена. Кто-то кричал. А это Бигфут уже! Пойдемте к нему! Алекс, нож готов? Может быть он к нам пойдет, а не мы к нему? Почему? Мы же охотники. А мы к тебе идем. Ты поднимаешься по дороге по этой? Мы тут. Есть аптечку у кого-нибудь? Есть, чё, ну все, у меня есть. Ладно, все. Ну, вот, ложите канаты в жопу, короче. Было 36, стало 66. 30 хп всего лишь установило. Короче, вот тут перемычка справа, по идее, что-то тут есть. Подожди, вот она, да. И далее потом пойдем. Не, ну здорово, что вот, быстро смена дня наступает. Во, смотрите. Убежище 2 какое-то. Тут ни хера нету. У меня до сих пор огнестрельного оружия нет. А, вот патроны. 9-миллиметровые, Ксюша, на. Где тут 9-миллиметровые? О, мясо! Он идет! Идет! Твою мать! Бей его, бей! Умба-юмба! На, сука! На! Гаси, гада! Он за мной! Бей его! В смысле? Я... Вы бейте, он за мной бегает. Он копья кидает. Алекс, ножом его бей! Да в смысле ножом? У меня мало хп! Майер зажег! Пошел вон! Ай, сука! Где он на меня пропкинулся? Так он же за мной бегал, вы должны были стрелять, я мансил. Я его нахрепляли. Ой, фаер закончился, пойдемте быстрее. Есть аптеки, у меня 19 хп. Да. Так, одна последняя. Свою личную отдаю тебе, последнюю. Спасибо. Пойдемте. У кого сколько хп, скажите? 88. 49. Так, смотрите, здесь будет... Он где-то 20 отниму. Бежим быстрее, не оглядывайтесь! Ёпарасы ты. А то нам жопу откусят. Не, думаю, он просто нас куда-то загоняет. Но он не настолько умный. Ай, он копьём был, говоришь? Да, он копье кинул. Но только не попал, по-моему, ни в кого. Смотрите, вот что-то там есть. А, это канаты, нет. Пойдем туда. Тут здание, по идее, должно быть большое, как я понимаю. Подожди, а может быть мы вниз спустимся, там что-то будет? Ну, вниз мы спустимся после того, как верхушку облутаем. Вы тогда лутайте, его все равно нет, я попробую прогуляться. Но если мы найдем ствол, мы его тебе не отдадим. Потому что ты с нами не пошел. Не, я думаю, так будет более продуктивно. Вы вверх, обычно, я не. Ну, логично, что человек без оружия разделяется единственное. Это вот, кстати, нормальная такая идея. Мы, кстати, пещеру Бигфута нашли. Ай, убегай, убегай. Камни падают. Да, пещера Бигфута. Ух ты, написано, что написано? Просто я думал, он же не мог бы так быстро переместиться. Он же у вас был наверху, а тут он внизу появится. Я сомневаюсь, что он так быстро. Зря ты не пошел, тут так красиво. Ну, ладно. А, он тут китайскую еду заказывал себе, походу. О, я нашел хижину охотника. Хороший Бигфут. Отмечаем 1 миллион просмотров Дэниела. Да дай, пожалуйста, прочитать. Андрюха, пришел домой! Я заряжаю дробовик! Боже мой. Помоги, да куда ты убегаешь? Сука! Ребята, у вас там все в порядке? Да помоги мне! Уйди! Я не в порядке! С этим дорожным знаком бегает тут, дома! Да ёб твою мать! Да мы просто чай пришли тебе попить, урод! Манчу! Уйди от меня! Беги! Сука! Вы говорите, что я пожалею, что-то я не сильно жалею. Просто в жизни. Я дробовик пошел. Меня бить так стрел, что ли? Жопа пошел! Убегай, убегай, убегай! Я вижу вас! А, Кирилл, он меня схватил! Он убегает! На, сука! Нормально, все, валим отсюда! Тут еще сейф есть один. Стой, давай камеру поставлю. О, можно шторки закрывать. Камеру. Алекс, это можешь прочитать?
Домой к нему пришли, блин. Так, батарея для дрона. Нашел батарею для дрона. Кодовый замок никто не находил? У меня просто сейф. Находили, вот в первом доме, который находится ниже от фургона на карте. Ну, а вы помните? Что мы помним? Ну, пароль. Где находится? Пароль? Так ты же сказал, пароль нашел. Нет? Нет, я сейф нашел, кто-нибудь пароль. А, не. О, винтовочка, отлично, я не зря сюда пошел. Так, камеру поставил. И аптека. Все, сделал он там это, в печере у него капкан поставил с камерой. Да ну нафиг! Да ну нафиг! Он ко мне пришел! Алекс, я тебе дробовик нашел, Алекс, с двумя патронами. А, да у меня винтовка нормально. Ай, падает. А, ты винтовку нашел? Ну, в смысле, автомат? Я могу тебе патронов отдать. Не, снайперскую винтовку. А. Ну, надо делить на блин, патроны. Шикарно смотрится. Капец, а как он так быстро сюда пришел? Ну, он быстрый такой парень. Я записку нашел. Отмечаем 1 миллион просмотров Дэниела на сноубордах. Я на все согласна у входа в 5 вечера. Итан Дрейк. Ой. Где, где, кто? Блин, у меня здоровье на один тычок. А что ты убежала одна? А что ты там делаешь? Ты как там? Короче, беги, я сейчас на канатах съеду. Ты где? Я над тобой. Сейчас буду съезжать на канатах. Вот тут внизу, можно запомнить домик, там есть сейф тоже. Можно будет сюда вернуться. Вот, я над тобой съезжаю. Догоняй! Как капец, вороны. Так, ну все, мы снова вместе. Ну, Ксюша только еще далеко. В смысле, я вас вижу уже. А, вон Ксюша бежит, я вижу. Да. Кстати, а тут можно, если я стрельну, у тебя урон будет? По тебе пройдет урон? Иди ты нафиг, у меня 19 хп. Так, можно тут еще камеру. Боже мой. А, подожди. Зачем тотемы нужны? Напишите, кто знает. Подожди, а если его взорвать? Ну-ка. Зачем? Не, ничего нету. Пойдем так, у кого есть капканы, скажите, пожалуйста. У меня две штуки. Надо? У меня вообще камера одна. Ну, давай, есть? Давай поставим. Камеру, капкан. У меня 6 мяса. Камеру. Так. Если что, у него в пещере камеру поставил. Все, я поставил. Камеру. Есть листики? Давай я сам переставлю. Листики есть? Вот тут. Листики нету. А сейчас не надо листики ложить разве? Сейчас, не-не-не, он так сам наступит. Пойдемте дальше. Точно? Да, точно, точно. Ой. Я помню в предыдущих версиях, то есть ты ложишь капкан, потом мясо, а потом листиками все. Ну это в предыдущих версиях, сейчас. Или веточками. Листики. Они не получаются нигде. Он сзади где-то. А камни, аккуратно, аккуратно, не иди. Ксюша, не иди, камни падают. Аккуратно. А это, наверное, может быть, он скинул? Он же рычал только что. Нет, это заскриптованные ловушки. Тут деревья падают. Камни. О, лось опять. Да. Надо полутаться, смотрите. Еще аптеки найти. Надо, да, нам в ту сторону. Вот он, водопад, смотрите. Водопад? Да. Слушай, спасибо. Может быть, эти тотемы как-то на него влияют? Может быть, он... Ой. Его можно, может, призвать тотемом? Может быть, я не знаю. Я подожди, понимаю, что мне кажется, их надо куда-то положить. Может быть, какое-то ритуальное есть, ритуальное место, куда это надо черепу может отнести? Быть. А вы выкинули их? Не-не-не, у меня 3 штуки. Камни аккуратно. Ой, камни, камни. Так, патроны, что тут есть? Ну, мне кажется, тут-то не особо много. А, ну, о, тесак нашел. Ближний бой еще. Было бы здорово, если бы те места, которые ты облутал, где нет предметов, они, ну, как-то бы подсвечивались. И то, по чего? Сути, мы... А, отмечены все точки, которые мы лутаем на карте. Не, именно предметы. Чтобы я знал, что тут ничего нет уже. А, вы туда? Давайте я туда, вы туда. Потому что мы одну сумку можем на 3 раза проверить. Ну да. Потому в той стороне, то тут та часть карты еще не схожена. Ну я просто в верхушку. Блин, я просто рад, просто радуется сердце, когда вот смотришь на вот эти все виды. Я просто, ну, кто особенно играл в предыдущей версии, те поймут, как игра изменилась. Ну, она выглядела примерно как Рейк. Я знаете, что нашел? Ледяные скульптуры. Тут олень, медведь из льда сделаны. Да ты прикалываешься. Зря его сюда не пошли. Не, серьезно. Офигенные прям. Так, где ты, подожди, находишься? Я пойду. Я пойду к Кириллу. Это уже без вариантов. Я хочу на это посмотреть. А, тут вот подъем есть, по-моему, у вас. Так, у меня есть еще один капкан, вот тотемы. Что тут, карта есть. Все отмечено. О, вот. Волки. Вот.
Журнал. Где ты увидел этих медведей? А вот они стоят, вы что, не видите? Да вот они стоят. А, вон, прикольно, найс, офигенно, они еще такие большие. Вот. Охрена, кто это все сделал? Бигфут. Бигфут? Так... А, зачем? Что делаешь? Что ты рубишь-то? Ну? Я проверяю на крепкость. Я... Нормально. Тут немножко подредактировать надо просто. Подрубили. Балбес. А потом что у нас Бигфут покупает? Пойдемте дальше. Шикарно. Просто смотри, какой лось здоровенный просто, найс. Да. Лось или медведь. Офигенно. Офигенно. Пойдемте дальше. Вы идете? Ну иди, иди, я хочу посмотреть. Вот. Насмотрелся такой, идет, так они еще подсвечиваются. Да. А, вон же фонари сейчас... светят. Вечером, наверное, прикольно. Да, надо фонарик, да, если. Кстати, ночью, да, если прийти сюда, будет прям шикарно. Они по-любому разными цветами светятся, потому что, ну, можно заметить, что оттенки розового, зеленого я вижу. Фиолетового. Он, скотина, восстановил, что сереньким было. Обалденно. Да. Слушай, по-моему, уже ночь наступает. Вот посмотрите на небо, очень быстро. Я, наверное, подожду. Красным даже оттенок есть. Я тут недалеко побегаю. Да-да-да, уже, вышка. Уже вечер. О, след Бигфута нашел, еще одна улика. Фото. Ты молодец. Что такое? Патрончики. Ну, тоже задачу сделали. Уведомление расследование. А виды издалека просто... О, водопад! Водопад. Ну, правда, он маленький. Нашел код 97993. О, запишите кто-нибудь. Я запомню. О, сейчас ночь просто... Заметьте, как сейчас быстро ночь наступит. Видите, уже вечереет. Просто буквально 30-40 секунд. И будет полнейшая тьма. Так, иди, да. А потом нижнюю часть карты исследовать. Кирюх, а вверху вот где стоит камера наша, видишь? Да, там тоже сейф есть, да? Ну я туда не пойду. Ты можешь сам туда сходить, ты ближе. Окей, ну у нас же один только пароль. Может быть, если... Ну так непонятно, угадаешь. Какой он подойдет. Надо проверить. Я иду в нижний дом. Окей. Где сейф был. Какой-то дом нашла. Вот обыскиваем. Если будет сейф, проверь. 9793. Написано hopeless. Надежда же, да? Надежда. А не, мои подписчики меня не просят, если я не посмотрю на это. Я уже вижу, как это здорово смотрится, то есть они разными цветами переливаются. Какой-то Winter Park Resort. Олень фиолетовый. Winter Park это карта, а что там еще? Ресерс? Ресорт. Ой! Ой! А! Волки, сука! Позорные! Там, сука, пошел вон щенок ссаный! Да отстань от меня! Это же щеночек, что ты боишься? Он меня бьет сейчас! Он все просто укусит за бачок. Ой, этот хорошо. Я в доме сижу. 20 хп и Бигфут. Да ёб твою мать. А у кого Бигфут? У кого? У меня Бигфут и у меня 20 хп из-за волка. А было 80. Хера себе. Бигфут и то так не дамажит. Это вообще капец. Третья ночь у нас. Третья ночь уже? Тут много домов, ребят, где я сейчас. Тут ну вот обыскивай, обыскивай потихоньку. Я к тебе приду сейчас. Я хочу обыскать сначала. Я надеюсь, там аптечка будет. Я тоже потом. А у меня тут очень мужчина. Такая тяжко, праздничная атмосфера. Я нашла аптечку, но я, ребят, это, я захилюсь, потому что захилюсь. У меня вообще 19 хп. Так, а подожди, еще, а вот он сейф. Все, проверяй, ночь сейф. Наступила, ночь наступила. 9-3. Все, нет, Алекс, твой сейф, походу, верхний. Окей, так, хорошо. У кого сейчас хп? Я еще одну аптечку у нашла. У меня 20 хп. Ну, Кириллу дай, да. Да, есть, есть. Я дождался ночи, и я смотрю на эти ледяные фигуры, очень здорово смотрится. Допустим, олень, он фиолетовый, а медведь, он такой бирюзовый, что ли, какой-то голубой. Ну и лось таким зеленым светится. Найс. Тут вот такая вот красота. Очень уютно, прикольно тут в этих домах. Тут гирлянды новогодние. Здесь красиво, приходите сюда. Я тачку нашел. Еще снежок так валит. Просто здорово. Я просто звук. Я просто буду Ёб стоять геймплей. Вы будете там бегать, убивать Бигфута, а я буду вот здесь рядом. Ну, в конце я вас спасу. Зато я в безопасном месте, наверное. И когда у вас будут проблемы, я вернусь и подниму вас. А, кстати, аптека, наверное, нужна. Чё? Что происходит? Не живи, у меня тут.
Вы меня слышите? Ребят, вы меня слышите? Слышу. А я вас нет. Какой-то ужас. Максим, хоп, поворот. Я убегаю. Ксюша. А? Я подниму тебя. Это дрон виноват во всем, я не понимаю. Это дрон виноват? А как дроном управлять? А, нормально, нормально, я пришлось аптеку использовать, зато я встала. А, блин, аптеки нет, сука. Пойдем, я там все, не все облутала, может быть, там есть, пойдем. Там много домов. Алекс, ты нас слышишь? У тебя там что-то залагало. Это у вас залагало, да, у вас как робот. Да у тебя голос робот. Не-не, это у вас. Ну ладно, пойдет у нас. Он пришел, на второй этаж залетел ко мне. Дроном как управлять, скажите, пожалуйста. Я не помню уже. Мы же в прошлой серии там смотрели. Ксюша, если он идет в доме, баррикадируешься в следующий раз, через окна выпрыгивай. А, вот тут можно улики находить. Вот мы две улики нашли. Тут еще другие есть. Тут есть дополнительные задания. А откуда он... Да нет! Ой, патрон нашел. Хорошо. Серег, у тебя какие патроны? Скажи, пожалуйста. Засранец! Ух ты, что это за месиво кровавое. 7.62 и для дробовика. А, испугался? Испугался? А, печку нашел. Куда это я испугался? Все, убегает! Убегает, засранец! У меня 24 хп! Фу! Я, смотрите, сколько раз попал! Раз 5 попал! Я 5.56 нахожу, но они мне не нужны. У меня 7.6. А, подожди, или 5.56 мне нужны? Я чуть запутался вообще. А, 5.56. А, нет, 7.62. У меня 7.62. Как камеры просматривать, скажите? А? На тап! Ёб твою мать, что это? Часы! Какой медведь. Кирюха. А. Лом нашла. У меня тап не работает. Я тебе патроны хотел. Это ближний бой лом. А, я, кажется, понял, подожди. Иди сюда, смотри, какой медведь. Нет, не понял. А, ну вот, я ставлю. Закрой дверь. Да я закрыл. Вот смотрите, смотри, какой медведь просто. Я шторки закрыл. Так, ладно, я, наверное, к вам. А, да, Алекс, ты проверил сейф свой? Который ближе к тебе был. Когда бы я проверил? Я от Бигфута отбивался. Ты же рядом был. А, ну ладно. О, тут подъемник есть! А можно его активировать? Ты видел, тут этот ноутбук лежит вот этот? Читай, там штигов столько много. Я увидел. Офигеть, тут это. Они-то что-то описывают. Блин, было бы здорово, если бы подъемник бы работал. А, батарея для камеры ночного видения и патрон для сигнального. Ты где? Давай я дам еще патрон. А, в следующий раз стреляй в него с сигнального пистолета. У тебя же есть он. Есть. Так, ну, просто стреляешь, он убежит, и все. Это шанс, чтобы он убежал. Никто не смотрел фильм про подъемник, где они застряли наверху? Нет. Блин, мне вот это напоминает фильм. Прикольный фильм. На тебе еще 9-миллиметровый и еще для сигнального. Так, 9-миллиметровый. У меня 5 сигнальных уже. Еще 6. Так, в парк. 6 раз он может убежать. Я, наверное, наверх поднимусь. Мне интересно, что там на самом верху. Давай. Чё ты? Может, потом в домик, что ли, скачу. Но если будем мимо проходить... О, я нашел еще один пистолет, 9-миллиметровый. Я себе оставлю тогда? Несколько штук. А, вот еще нашел. Отлично. Я не помню, какие обыскивали, какие не обыскивали уже. Батарея для дрона нашел. У меня есть дрон, но я не умею им пользоваться, у меня тап не работает. Нам нужно автомат забрать. Ксюш, тут тесак есть. А, тап, жмите. Тап. Тихо, иди телевизор смотреть. Подожди, тут он спалился на камерах. Что там показывают? Бигфута показывают по телевизору. Кстати, можно рядом с канатами стоять, если Бигфут на тебя напал, то хоба, и ты уехал. Ну да, да. Я где-то на самой вершине горы, и я просто все вижу. Я даже могу вас заметить, наверное. Но вы будете как мураши бегать. Вот я в вашу сторону смотрю, примерно там вот ваш домик. Но тут из-за елок ничего не видно. Нам нужно автомат сходить забрать. Иди сюда. Еще иду. Так, я нашел какую-то хибарку. Попробую посмотреть, что там такое. Алекс, ты скажи, ты с нами за автоматом пойдешь? А вы что, не взяли автомат? Вот, смотри. Потому что у тебя был автомат сверху. Я же говорил тебе. Ой. Какой автомат? Прикольно. Это, кстати, популярный фейк. Это на самом деле не Бигфут. Человек. Какой автомат? Понятно, просто что телек идет, прикольно. Автомат в сейфе находится, рядом с тобой был. Он на камере спалился. С чего ты взял, что там автомат? Ну потому что там автомат лежит, код от сейфа 97-93. Так может быть это вообще другой сейф?
Да нет, я проверил сейф уже. Он не подошел. Ты думаешь, всего лишь два сейфа здесь? Короче, я пойду проверю сейф. Ты пойдешь, Ксюша? Пошли. Тут вроде все обыскали. Да. Я ж далеко был от этого места. Да ты рядом с ним был, мы сейчас. Да я был далеко. Ладно, пойду далеко. А мы тут... Ну, я думаю... А, да, нормально. Нормально, нормально. Да? Да нет, не упал. Все. Блин, может можно как-то подъемники эти включить? О, господи! Сука, стреляй в него! Стреляй, да стреляй, подожди, не убегай! Подожди, стреляй, не убегай! Пистолет сменить, господи! Кто на вас напал? Боже мой, обвал. Волк. Я просто колесико все забрал. Не, ну я не понимаю, так, давай почему сюда, волк, камеру. Волк больше дамажит, чем Бигфут. Есть камера? А он бьет быстрее просто. Камера есть. Убить его легче, поставь его. Бигфут не так уж и сильно дамажит. О, я еще нашел снеговика одного, он все, уже пойдем. Побольше. Он побольше, чем предыдущий. Фига себе, он большой, 3 метра, наверное. Сейчас чуть-чуть подправлю. А делать ему ничего нельзя. И флаг Америки, и американский флаг, и что-то написано здесь граффитистами. Знаете, кстати, стой. Так. О, тут 3 туалета есть, можно спрятаться. Да реально можно спрятаться. Просто отсидеться. О, опять на камерах, таб жмите. Где он? А, это не он, что ли? Я нашел человека! Его кто-то съел. Найдено тело. Итан Дрейк. Так, я тебе дробовик отдал. Бог ты мой, вы бы видели, у него... Нога отрублена, потом ступня, голова, рука. Бог ты мой, его просто искромсали. Да он не стал его даже есть, он просто его растрепал и все, и оставил. Ну, ты самое. Ой, вяленое будет мяско. Замороженное. И так можно заморозить, а потом в морозилочку положит. Ай. Будет супчики варить. Ужас какой, Ксюша. Что ты такое говоришь? Чего супчики? Чего плохого в супчиках-то? В супчиках ничего плохого. Это я не говорю. Так ты это Бигфуту спрашивай, что он так делает? О, нифига себе тут. Слушай, а мне понравилось кататься, прикольно. А, вот, можно быстро прям перемещаться. А там, получается, я был, там вышел. Ой-ой-ой-ой-ой! Сука, надо тебя просто, надо просто понять, где вот эти места. Ёб твою мать. На, аптечку отдал. Вставай. Помогите. О, ребят, важная информация. Давайте проведем опрос. У кого сколько хп? 80. Это меня деревом, что ли, фигануло? Да, 54. Да, да. У тебя сколько, Ксюш? 44. Ой, тут патроны лежат. Боже мой! Я пробел случайно отпустил, но я продолжу ехать, но это как-то опасно было. Вот он. А, отвечаем один. Ты случайно, да, отпустил, думаешь, сейчас упадешь, но ты не упал. Благо. Это был тот сейф, но там, короче, это маленький был сейф, оказывается. Тут взрывчатка. Взрывчатка? Да, и кот подошел. Во. Я так не помню, как она взрывается. Но мощная, видимо, штука. Я не знаю, может все-таки наверху там что-то есть, если пошариться? Взорвать его. Ой, кто это? Чё? Оказалось, кто-то идет. Какой енот классненький на картинке. Ребят, а чё вы разделились? Вместе. Слушай, мы вместе? Ну... Я могилу нашел. Ну ладно. Насчёт-то я разделился. Так мы ж звали тебя пойти наверх. Я тоже вас звал. Ты вообще далеко. Я наверху где-то. Да внизу ты, справа. У тебя мини-карта слева снизу находится, ты видишь? Я вижу, что я в горах. Я на карту не смотрю. Ты справа находишься в карте. Ну, справа. Не, в смысле, я в принципе наверху на горах. А. Понимаю. Так, чё, через главную дорогу? Или в горах. Ой. Он еще правый нижний угол мне следует. Я просто думал, может быть, ну тут по-любому есть какие-то пещеры. Может быть, если порыскать, можно найдем. Можно... А мы же находили уже пещеру его. Ну, я думаю, у него не одна пещера. Их много. Ну, может быть. Скорее всего. Хизы.
звуки постоянно. Было бы здорово. Да. Но если искать пещеру, то надо по периметру просто пробежать. О, кабан ходит, что ли, там по озеру, да? А вот я нашел какую-то тропинку. Одинокий такой. О, лагерь, лагерь нашел. Гребаная хрень! Ловушка! Да ты серьезно? Это Бигфут, он у нас. Так, нам надо. А, попался! Попался в ловушку! Нам сейчас жопу порвать. Капец. Это боже мой. Это все равно баррикадироваться рядом, взрывчатку ставить. А я не попадал еще в ловушку. Прикинь. А, и что такое, дерево упало? Я в ловушку попал, это забавно смотрелось. Я думал, так. Я не выберусь. А я вижу, ну, такой, о, да. Лагерь, пошел лутать. А там ловушка была. Там я волк, тут попалась подожди. Под ловушку. Палаточный Ой. Лагерь. Где волк? Что за звук? Что за звук? Что ты? Лутать? Не знаю. Кто-то не иди, там волк конкретно. Или лиса, не знаю, кто это. Пойдем. Хует кто-то. Ну да, как будто Ой. Дерево кто-то рубил, да? Да. Мясо. Не, эти сигнальные ракеты. Пум, пум, звук такой. Или как будто бы об дерево что-то. Я патронов кучу ну, нашел. Да. Могу поделиться, если. У меня на снайперке 110 уже. Хера себе. Лучше, раньше было очень сложно найти ресурсы, а сейчас прям разработчики расщедрились. На камерах движение. Вы не заметили, сколько раньше было патронов, сколько сейчас? Это что такое? Сейчас их просто дофига. А что это такое? Да я хз. Ой, справа. Подъемник? Я записку нашел. Итан Дрейк, тот, которого растрепали, я вам говорил. А вот еще патроны. Он пишет, вау, сегодня я просматривал места для твоего вов, для твоей фотосессии. Стой. Я увидел много крови на камнях. Может, он реально существует? То есть да они вообще. Не знали, что... Они не верили, что есть Бигфут. А сейчас, Опа. Видимо, Это сами убедились на своей шкуре. Че так? О, фотой. Фотал. Так, пойдем быстрее в здание. Нам надо здание. Блин, жалко, Очень аптеки придется, здесь конечно. Нету. Вон впереди домик есть. Да, я вижу. Давай пойдем. О, я тоже след нашел. А он сам фотит, просто ты подходишь, да? Не-не-не, фотоаппарат нужен. А как его есть взять? Ну, на базе был в начале. А только у тебя? А, ну, я взял, я не знаю, был ли там еще. Вот здесь хорошо. Так, гасимся сюда. Будет свалить. Закрывай дверь. Смотри, раз. Есть. Это у кого Два Бигфут? Окна, но тут опасные окна. А вот это вот хорошее окно. У Смотри. Кого Бигфут? Вот сюда. Да не знаю, не знаю. У нас, наверное, сейчас будет. Вот сюда, если что, спрыгивать. Поняла? Через забор. Я прыгала здесь уже. Ну вот, будем еще прыгать. Я сюда сейчас капкан поставлю. Слушай, а поставь, да. На, и вот сюда хотите... еще, наверное. Он по-любому, не-не-не, он по-любому через эту дверь придет. Ну да. Если что, когда попадет в аккаунт, в аккаунт, в здание, обстреляем и вот сюда спрыгнем. Слушай, а... Вы оборону готовите уже к... Да. А что делать? Смотри, газовый баллон еще поставлю, чтобы бабахнуть его. Когда он попадется, вот, стреляем в пропан. Можно из окна еще палить, вот отсюда. Я, наверное, сейчас к вам пойду, но я хочу наверх подняться. Мне кажется, там должна быть пещера по-любому, потому что дорога заканчивается в конце. Ждем его. Мы его тут ждем. Он мне так... Видишь, он тут уже беспорядок учинил, видишь, что валяется. А, кстати, ночью прикольно. Череп достать. О! Есть движение. О, давай, мальчик, сюда, где давай. Ты? Выходи, черт! Где моя ночная камера? Давай! Так, сейчас я камеру с ночным видением достал. Ребят, кто знает для чего тотемы, обязательно скажите в комментариях. О, я большой лагерь нашел. Под нами, поднимается, давай, работай. Давай, сейчас будем стрелять. Залазь, когда заходи. Когда зайдет, стреляем в бак. А, он уже попал в капкан. Так, сейчас ломает, готовься. Говорите, комментируйте, что происходит. Ага, я готова. Да, ну, он ломает дверь ломает. О, дельтаплан. Так, сейчас он зайдет, я шмальну. Стрельнул! Стреляй в него! Есть время еще. Давай, еще здесь капкан поставлю, стреляй пока. Давай, я стреляю. Там здесь, он... под дверью. Все, поставил. Поставил. Главное, чтобы окно не залез. Капец, винтовочник 60. О, все, попал в капкан. Стреляй, 24 стреляй. Для дробовика. Все, спрыгивай. Для автомата Ксюша, спрыгивай. 58. Жесть. В следующее здание. Сюда. Да хренище. На второй этаж давай. Следующее здание. Есть капканы у тебя еще? Вот, сюда. У меня есть взрывчатка еще. Ой, тут дверь почти сломана. Ладно, заходи. Ставь взрывчатку. Давай. Боже. А, не вижу ее, подожди. Нашел. Кинул. Как взрывать? Стрельни в нее. Ой, бабахнуло. А меня месят. Стреляй в него. 26 хп. Уходи. Все.
Догоняй, догоняй! Догоняй, догоняй, догоняй! Сука, куда пошел? Как он так быстро? Вон он! Я бы, конечно, хотел это зачитать. Ой, возвращается! Я нашел смартфон Алекса, и кажется, самого Алекса я нашел. Серега, наверх, наверх, наверх! И у него большие проблемы. Меня никто не слышит. На первый залази. Да тут месиво просто, он у меня бьет. Залази на первый. Ёб твою мать, ты где? Жесть. Я на первый втором. Спускайся. Кирилл! А, он убегает, все, он убегает. Сука, не попал. Все, он убегает. Я нашел смартфон Алекса. И у него большие проблемы. Вот у нас тут большие проблемы. Все, мы отбились. Ну, сомневаюсь, вы хотя бы еще живы. Но здоровья нет. Здоровья-то нет, 24. Аптечек нет. Ну, тут-то мы его... Ему уже все равно. О, он help написал. Он help написал. Пойдем. Блин, а уже поздно. Я думал, он ко мне придет. Еще одной такой стычки мы не переживем. Да. Не, ну мы хорошо его надамажили. Только у него сейчас восстановится часть. До 1000, я думаю. Не стреляй, ты шо? Телефон, мать его, телефон звонит. Возьми. Возьми трубку. А все уже. Пойдем тут часть. Да, вот сюда пойдем. Блин, рупор, тут можно рупор включить. Видимо, чтобы он сюда, чтобы его переманить сюда. Я думаю, он услышит. Да, да, он агрится на рупоре, на телевизоре, по-моему. Радио. Да! Угу. Он здесь! Мы туда не идем. Нас он потрепал. Так, подожди, я могу. Налево, налево куда-то нам надо. И вниз. Засранец, у меня один хп. Давай, доноси, сноси, сноси его. О, дорога за. Круто! Нет! Нажал! Все нормально, я жив. Я жив, блин, нормально. Перезарядка! Я только прицелился. Смотри, пойдем сюда, где дорога закрыта. Ага. Что-то интереснее что-то. Так выглядело. Нашел два капкана, но блин. Опять подъем. Ой, смотри, там что-то есть. А мы тут были. А мы тут и не, были. Не-не-не-не, вот тут, вот тут. Это другие подъемники. Ага. По-моему. Вот, видишь, сумка. Может, что найдем? Слушай, я только рупор включил, и он тут как тут уже. Как так быстро? Ну, конечно. А он, и все, к тебе шел, я думаю. Может быть, нет, нифига нет. Так, я еще не долутал до конца. У меня 11 хп, у кого сколько? Тому, брату. 25. Буквально на один... Еще одна записка, Дэниел Робинс. Прости, детка... Снимем еще один пранк про Бигфута на сноуборде. А? И все, я клянусь, больше никаких съемок. И я буду с тобой все время. Какой-то пранк? Так это пранкер! Нас пранкуют, ребят, что вы паритесь? Это все шутка. Это пранкер, да? Да! Нас снимают, тут камеры. Хей, хеллоу! Мы вас раскусили, ребята! Ну это как-то больно, он пранкует-то, ну. Живучий пранкер. Живучий гад. У него там 10 бронежилетов, по-моему. Эдвард Билл нас пранкует. Он же жесткий, да? Очень жесткий. Водопады, ай, камни, сука. Тихо. Камера ночного видения мне уже не нужна. Так, а что это отметилось тут у нас, смотри, да? Водопад. Какой-то... Это водопад. Да. Так, хорошо. Надо как-то туда, вот, да, в ту сторону. Пойдем. Что-то по-любому должно еще быть. Ну да, где-то здесь. Да, вообще много флайм. Мест, мы просто большинство не находим. О, дробовик нашел. Хорошо. Сразу перезарядюсь. Я могу. И валим, и валим, валим, валим. Ой, нормально там спуск? Нормально. Так. Что-то вот нам найти надо. Ну дайте нам домики какие-нибудь еще, пожалуйста. Подожди, что это камень? А, я не спущусь отсюда, я думал, я смогу спуститься. Блин, а мы на главную дорогу выйдем. Блин, ну сейчас можешь прийти сюда. Куда, куда-нибудь? Может. Ну вон, да, там указатели есть. О, тотем. Опять тотем. Так, смотри, вот... Тавр, тавр, какая-то блин, башня тут вишки. Там. Но мы ни одну, ни вторую не находили, поэтому пойдем, наверное. Он только что приходил сюда второй раз ко мне, но он меня не заметил. Я видел его. Не знаю, он меня всегда замечал, как так. Мне повезло, у меня один с хп.
Ой, я фейерверки нашел. Можно быть. Свинья хрюкает. Ой. Аптечка, ну. Ой, я подрезал. Ой, я чуть не упал. А, давай сюда, тут, слышишь, тут этот, медведь. Сюда, Ксюша. Голову подними и прыжок жми. Там медведь за нами. Да, вон он был, я его увидел. Мы свалили уже. Кстати, а капканы, вы в курсе? Вы видели, что капканы со временем припорашиваются? Или как сказать? Ну, снегом, в общем. А, да? Накрывает их? Понял. Ну да. Что написано? Так, я на дробовик нашел патрон, сейчас я тебе чуть позже отдам. Don't be the troll. Ладно. Так, вот патроны. Ну, да, вот аптечка, Ксюш, бери. Записка. Итан и я снимаем атаку на меня. В случае чего я буду кричать в лесу, Дэниел Рубинс. Я там два капкана оставил, не знаю, и рупор включил, может быть он придет туда. Еще один сейф. Кирюха, если что, аптечку еще одну нашла, мало ли. О, тут еще один труп. Ужас движения, да? Криминологист. Это я труп Алекса нашел. У него тоже проблемы. Аня, это Итан Дрейк. Тут, кстати, прикольно, можно прочитать про них. Но сложно читать, потому что друг друга перебиваем. Если что, ребята, вот читайте, чекайте, это интересно. Я сам это посмотрю. Не подходит. Подожди, сейчас тебе... Ой, откуда у меня... Что это у меня за оружие такое? Дробовик? Ну, я тебе отдал. Вот тебе еще. Я тебе давно отдал, минут еще 20-30 назад. Блин, вот тут единственная проблема... С аптеками. О, Алекс, ты около нас, кстати. Ребят, я слышал его, он где-то около меня. Да, мы тоже слышали. Мишка. Так, пойдем дальше. Не, я думал, пока что, наверное, винтовку лучше взять. А если я мясом я могу отъесться? Нет? Нет, это только приманивает, по идее. Так, а патроны это какие получаются на него? Вот это 13-12. На дробовик и гильзы там патроны, такие, дробь. Патроны 13 калибра. Алекс, мы к тебе идем, если что. Окей, я тоже к вам иду. Сколько у вас хп, скажите? 58, но есть аптека одна. Лиса это была. Мне дадите? У меня один с хп. Сейчас тебя подлечу. Ой, там медведь впереди. И Бигфут справа. Пойдем к Бигфуту лучше. Ёпкар, ты уверен? Ребята, а тут в палатке 7965 код. Ой, вы видели? Код? 7965? Да-да-да. Опа. Мы знаем даже... Возвращаемся. Иди до нас потихоньку. 7965. Потому что я смотрю, там патроны не подобраны рядом с запиской. Я думаю, как бы странно, вы, наверное, бы подобрали. Да. О, кстати, здоровье еще до сих пор не восстановил, это хорошо. Есть все шансы убить его, надо его заманить просто. Было бы здорово. Слушай, а тут же можно костер разводить и отдыхать. Может быть, мы так сможем восстановить здоровье? А так можно разве? Ну, да, палатки разбивать должен. Можно. Автомат нашел. Дайте 5.56, у кого есть. Сейчас тебе дам. Сейчас. 5.56. Все, надо его заманить, я думаю, мы его убьем. Тихо, кто? А, это Алекс. Ёб твою мать. Вот так и стоит. Вы что пугаете? Здорово. Так, да, молодец. Стой. А как передавать? Сюда. Скажите, как передавать? На левую кнопку мыши хилить, Ксюша. Передавать. О, на спасибо. Е. Жмешь на больше персонажей на Е. 5.56, дайте у кого есть, пожалуйста. Да я все тебе отдала. 5.56? Ну вот, да, смотри, да. Ну как я. Как мне их выбрать? Е, ну выбираешь и жмешь, сколько отдаешь. Я тебе на снайперку сейчас отдам. Патронов 40. Ну отдала тебе, нет? А, вот, отдать. Подожди, нет, так, не отдал. Да стой, подожди, не выходи. Все, теперь отдал 25, по-моему. Кто это стрельнул сейчас? Ой, опять, слышите, да? Да. Да. Что это такое? Я не понимаю. Мне кажется, это еще один из охотников. Короче, я предлагаю тут эту атаку провести на него. Или защиту от него, я не знаю, как. Блин, я капкан уже выложил в другом месте. Ну что ж вы так? Нам его надо валить. Здоровья мало, потому что чем раньше, тем лучше. Смотри, он по-любому пойдет отсюда. Он по-любому отсюда пойдет. Вот здесь можно поставить, допустим. А лучше смотри, Алекс, вот эти канистры все оставлять рядом со входами, допустим. То есть, когда он ломает дверь, мы взрываем ее. Он будет станется, и у нас будет время отстрелять его, после чего мы сможем прыгнуть в окно. Так как понял ты, подожди? Систему? Прям вот сюда ставь, вот да где я стою. Как ты взорвешь, если дверь будет закрыта? Или когда он сломает ее? Нет, внутри ставь, смотри. Вот сюда ставите. И в чем прикол?
Смотри, а... он ломает дверь, проходит время, мы стреляем со здания в него. Когда он ломает дверь, он попадает внутрь, ты стреляешь в канистру, он станется и очень долго стоит здесь. После того, как он проходит у него стан, ты берешь и выпрыгиваешь в окно, и будет у нас еще дополнительное время просто пострадать. Ну да, неплохо. Вот, вот так. Капканов нету, капканы бы задержали. Ксюша, у тебя нет капканы? Ксюша? Я тотем поставил, может пригодится как-то. Ребят, заберите дрон. А кто может посмотреть? Вот, я здесь оставил, я не могу ему управлять. У меня еще есть автомобильный аккумулятор, я не знаю, нахера он нужен. Пятая ночь. Заходите, фейерверк потом поставлю. Тут, кстати, если что, можно отступить вниз, уехать. Да, да, кстати, да, неплохая тема, можем если что свалить потом туда. А что череп тут лежит? Капканы есть у кого-нибудь? Не жми только, не жми. Нет. Капканы есть? Нет. Блин, я два оставил наверху. Но у него 890 хп, неплохо, в принципе, так. Так, все, запускаю фейерверк. Давай. Ой, не та кнопка. Слушай, а мне интересно, если ты играешь втроем, у него, ну, его типа попроще убить будет? Мне кажется, это было бы более логично. Я поставил на одну единицу здоровья. Найс, красота. Красота какая. Новый год. Заходите. Отлично. Кстати, под Новый год, Алекс, под Новый год предлагаю. Быстрее. Да все нормально, не переживай. На Новый год предлагаю, вау, в Бигфута поиграть и просто собрать кучу салюта и одновременно запустить. Это кто делает? И Бигфут придет. Че? Взрывает. Это до сих пор салют этот? Нет, боже мой, что вы переживаете? Я успею. Мы радио включили, призываем его. Вот, да-да-да. Рычит, идет. Так, ждем. Главное, в канистру рано не стреляйте, только когда зайдет. Пожалуйста. Я вот встречу, я потом в окно прыгну быстренько. Так он в окно может залезть после тебя. А, нет, он не залазит в окна. Все правильно. Где он? Че? Так можно было встретить, а потом забежать в дом. А, нет, куда Ксюш, не стреляй пока сигнальный. Не стреляй сигнальный, он отвлечется, он уйдет. Его нету. Когда ребята, у него стан закончится, сможешь стрелять. Ну ждем. Мы телевизор включили про него. Да, да, и радио. А, ну телевизор, ладно, я радио. К вам. Погреться. Я спецназ. Запрыгнул такой. А, вон. Слушай, шикарно, да, я вижу так, его. Надо пострелять. Ну здесь лет. Боже мой, ты чего? Ну жду. Зовем? Его, зову его. Шикарно. Это что за... совы тут. Где он? Где это? О, свет мигает. Что, свет он мигал, вы видели? Да. Вон он! Идет! Вон он! Идет! А, в смысле? Что произошло? Меня... В окно он меня! Стреляй в дверь! Стреляй! В дверь стреляй! Канистра! Стреляй! Боже мой! Мне больно! Дом горит! В окна сейчас! В окна! Все, быстро, в окна! Где он? Стреляй! Давай, у него 500 хп! Стреляй! Стреляем, Алекс, стреляем! Он на меня! Стреляйте! 12, 10 хп! 500 у него! Ай, все, я раненый, походу! Ладно, он мансует! Мемента! О, твою мать! Твою ж мать! У тебя автомат, что ли, был? Да. Там патронов 200. Ой, зараза какая. Красавчик какой, а. Ребята. Так я вас подниму сейчас. Нет. Как ребята? Ты без аптеки не поднимешь. А я все, я умер. Вообще, с конца. У него 449. Ты что меня на руки взял? Я в дому. А, тотемы нужны, чтобы воскресить кого-то. Да? А сейчас попробую. Как тебя кинуть, мать его, как тебя кинуть? Не знаю. Чё ты привязался ко мне? Выкинь Кирилла, выкинь. Ты меня не отпускал, ты держал меня. Ты живой был? Попробуй воскресить меня. Положил тотема. Сейчас попробую, вот. Точняк, а где другие тотемы? Клади рядом, тотем. Что ты меня-то носишь? Тотем положи. Так, подожди. Тотем. У меня есть еще тотемы. Ложи на меня, куда-нибудь рядом, не знаю. Ой, жесть. Три тотема.
А я тебе могу забрать тотемы. Да как? Да положи рядом со мной тотем уже. Че, ничего не происходит? Сейчас Ксюша тоже рядом положу. Ксюша просто раненая. А, ты раненая? А что ты молчишь? Так у тебя нет аптечки же. А у кого-нибудь есть аптечка? Нет, в том-то и дело. Я тебе последнюю отдала. Блин. А я сейчас умру, у меня два осталось. Ну как-то же, как-то можно воскрешать-то? Может, куда-то принести надо, я не знаю. Так, нажмите Е, чтобы искать. Блин, мы почти его убили, капец. Нет. Как так, все? Пейпер потерялся в лесу, написано. Может, Ксюшу попробовать оживить? Тут три тотема, сколько надо вам тотемов? Да это куда-то их надо нести, скорее всего. Нифига себе, в кровище все. Ну, в кровище. Хоть посмотреть, что у вас было. У Ксюши мало, кстати, патронов. Ты что, мародерствуешь, что? У Ксюши мало патронов. Так у меня там, господи, был только пистолет, дробовика немного. У Кирилла просто дохренища лута. Да. 205 патронов для автомата. Посмотрите на 77 патронов для винтовки. Я тебе полтинник отдал. Нифига, ты затарился. Я же лутом сходил. Можешь его призвать, попробовать убить мне? Попробуй. Как пострелять вот такой вот? Блин, ну я уверен, что черепа нужны именно для воскрешения. Ну как? А, знаешь, что я думаю? Нет, черепа, походу, нужны для того, чтобы этот... на трупы их разносить, которые мы нашли. Итан, Алекс, Робинс. А, ты думаешь? Угу. А вот по поводу воскрешения я хз, что-то. Ой. Да что ж опять у вас происходит? Я вас не понимаю. После того, как найдете 4 таких черепа, лагает. Идите в это место на карте какую-то, который... Там находится какой-то монумент. Робот. Короче, эти черепа надо отнести к какому-то монументу, и там... Господи. Туда нужно положить мертвого друга. Вот, и можно воскрешить, получается, воскресить. Да, короче, есть место такое, как алтарь, типа, нужно туда сложить эти черепа, и там можно воскрешать напарников. Надо просто посмотреть, где это именно. Он где-то, блин, орёт. Вот они для чего нужны. Ну да, я так и думал, что можно воскрешать. А, в капкан попал. У него здоровье еще. А, да! Сильнее. Фига себе, нормально. 489. Блин. Ну, я ему хп 300 успел снести. Ну, мы, в смысле. Я не знаю, сколько. Я прям зажимал в него без остановки. Не, я считаю, было бы здорово прям как-то на месте ритуал проводить. Типа, если это еще искать, идти надо куда-то, хрен пойми куда. Или бы побольше бы. Побольше бы таких каких-то мест было. Ну, типа, по факту целый день, чтобы куда-то сходить. Смотри, тут... Потому что днем он не нападает. Ну, то, в редких случаях. Это так мило, несет такого ребятеночка. Есть тут место какое-то? Тролл. Наш. Может, в дом? Наелся и спит. Я думаю, я вас домой занесу. Хотя я не знаю, как правильно, типа... Ну, наверное, все-таки домой? О, на кровать положи его. Маша очнется. Все, уснул. На. Вау, нифига себе, кувырок делает. А вы можете наблюдать за мной? Да. Да, мы смотрим. На, оставь его в окне. Забери, забери с этой стороны. О, вот так. А я не могу. Забирай. Не могу забрать. Ты через что по мне лазишь, что? Вот он это моим трупом издевался. О, а он близко. Так, я вас здесь двоих оставлю, вам будет проще согреться. Ёб твою мать. Ты что делаешь? Чтоб вы не мучились. Вот это хейтер. Да в смысле хейтер? Вам-то уже какая разница? Расстрелял. Как такая? Мы с небес наблюдаем за этим всем. Ладно, извините. Так можно? Алекс, а сколько у тебя хп? У меня 23. Прыгай. Я хочу найти Бигфута, я смогу его завалить? Ну да, с 20 хп 500 один... не снимешь. А есть какое-то место, где я могу, допустим, уехать просто?
Нет. Печально. Так, ну ладно, я думаю, можно на этом попрощаться. С вами был канал The Alex Play. Почему нет? Просто попрощаюсь и уйду. Ну, и никто не узнает, что со мной было, я просто уеду. Подписывайтесь, в общем, на Paper Play, Paradox Play и The Alex Play. А умереть типично. Умер. Иван, он бежит, смотри, бежит. О, бежит! Капец, эпичная концовка. И просто не метит. Шикарная концовка, шикарная просто. Был разорван на куски. Не, Кирюх, мы главное с тобой потерялись в лесу, а разорван в лесу. О, не зря я погиб, не зря я погиб. А я-то шо, почему меня едят? В смысле там я себя вижу. А, ну каждый себя видит. Результаты. Выжил. Умер. Умер. 572 попадания у меня, ёб твою мать! Слушай, ну смотри, допустим, если бы я убежал, мне бы больше очков бы дало. Я хотел бы просто убежать. Нормально, 5 ночей прожили. Было шикарно, мне понравилось. 5 ночей с Бигфутом. Да. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока-пока.